Другим темам. В центре внимания сегодня ситуация на мировых биржах после обвала на китайских торговых площадках. Этот день в КНР уже назвали черным понедельником. Вниз ушли остальные азиатские. До минимума 99-го года упал сырьевой индекс Bloomberg. Этот индикатор учитывает цены на 22 ключевых товара. От нефти и золота до сахара и пшеницы. Нефть на фоне опасений переизбытка на рынке снижается. Баррель марки Brent опустился ниже 44 долларов. Это минимум с 2009 года. На таком фоне дешевеют национальные валюты стран, где экономика зависит от экспорта – австралийские, новозеландские и канадские доллары, норвежская крона. Отреагировал и российский валютный рынок. Официальный курс, установленный Центробанком на завтра – доллар 70 рублей 75 копеек, евро 81,15.